И к новостям спорта. 13 января во Владивостоке состоялся первый этап чемпионата и первенства города по мотокроссу на льду. Приняла участие в заездах и гонщица из Славянки Юлия Наумова. О результатах гонок наш следующий сюжет. На соревнованиях собралось порядка 30 участников из Владивостока и других городов Приморья, среди которых и наша юная спортсменка Юлия Наумова. В своей категории, как всегда, Юля была единственной девочкой. Победителя предстояло выявить по результатам двух заездов по 15 минут. И первый старт сложился для славянской спортсменки очень удачно. После хорошего старта и зрелищного заезда Юля пришла к финишу третьей. Второй заезд оказался очень напряженным. Несмотря на юный возраст, гонщики боролись за лидерство не на шутку. Нашей спортсменке Юлии Наумовой удалось вырваться вперед. Но коварный лед продиктовал свои правила. Удержать позиции Юлии не удалось. В итоге во втором заезде она пришла четвертой. Итог соревнований – четвертое место. Четвертое почетное место. Юлия Наумова, номер 8. Давайте я шапку поправлю. Красивый пилот. В этом году в гонке принял участие исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк. В классе мотоциклы 500 кубических сантиметров он занял второе место среди любителей. И, конечно же, поздравил всех участников соревнований с новогодними праздниками. Второй этап открытого чемпионата и первенства Владивостока по мотокроссу на льду состоится 27 января во Владивостоке, также на озере Юность. Ожидается, что количество участников станет намного больше. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Диана Наумова, новости Славянки.